Значит, еще у нас есть один такой сегмент вытяжек. Это колпаки. Они у нас совершенно все разного дизайна, но в основном все представлены в нержавеющем цвете. Есть, конечно, крашеные, черные, белые. Сейчас мы вам их все и покажем. Показывать буду по порядку, как они висят в магазине. То есть здесь будет перемешка и бюджетный сегмент, и более дорогие. Значит, колпак. Показываю этикетку, чтобы не быть голословной. Уп, драг. 14999. Как у всех колпаков, гарантия 5 лет. Выглядит он вот так. Такой стильный. Вот такая вот у нас решеточка. Это выход, да? Ну, соответственно, колпаки также могут работать как в режиме рециркуляции, так и в режиме работы через вентиляционный канал. Но способ крепления у них уже один. Давайте смотреть ее визуально, что, где и как. Так, включаю свет. Вот таких уже два отдельно стоящих фонарика. Лампочка галогеновая. Вот это у нас решетки с жиропоглощающим фильтром. Повторюсь, как и в начале видео, все вытяжки оснащены жиропоглощающими фильтрами. Они все только разной формы, смысл у них одинаковый. У всех вытяжек есть лампочки. Все вытяжки могут работать в режиме рециркуляции через угольный фильтр, либо через вытяжку вентиляционного канала. Здесь покажу вам. Произведена у нас в Италии. Все написано на ней. Вот все, что у нас внутри. На примере другой вытяжки хочу показать, что совсем внутри у нас. Значит, вот это у нас внутренность вытяжки. Выходим из нее. Ну, кстати, вот эти вот, вот он выход, да? У всех вытяжек он примерно одинаковый, только немножко разный дизайн, разного размера. Отверстия разные, прорези разные. А так смысл такой же, везде он располагается сверху. Теперь давайте смотреть по скорости. Все колпаки так же, как и встраиваемые, работают на трех скоростях. Первый уровень. Второй. И третий. Выключаем. Кнопочки все на место. Так, следующее. Сначала покажу. Пять лет гарантии дальше на них, на все эти вытяжки. Значит, у нас вытяжка Луфтик. 8999 она стоит. Это самый бюджетный из колпаков. Но при этом она такая хорошая по производительности за эти деньги. Вполне адекватная вытяжка. Да, она шумновата. Да, она, конечно, не такая, как вытяжки, которые стоят в районе 30 тысяч. Но она стоит этих денег. Так, это у нас шум. Ага, здесь наоборот. Вот у нас кнопочка света уже с другой стороны. У нас такой свет. Теперь разберемся сейчас со скоростями. Первое. Все, даже на первый шумный уже. Да, она производительная, но шумная. Поэтому должно быть понимание, чем вы жертвуете, да? Что вам важнее, звук или производительность? Это третье. Залетаем. Очень хорошо тянет. И выключаем. Все в исходное положение. Дальше. Следующий колпак. Молникт.
помимо того, что он в нержавеющей стали, он еще будет представлен у нас в темно-сером цвете. Сейчас мы его тоже вам покажем. Вот такой вот он в нержавейке. Значит, вот у него кнопочки все. Цвет, первая скорость, вторая и третья. Вовнутрь к нему заглянем. Такая же решеточка, как почти у всех. Увидели, я думаю, уже, да, что отличается только дизайном. Вот так, давайте покажу. Это изнутри. Это снаружи. Значит, это у нас внутренности. Возвращаем на место решетку. Обязательно в магазине после себя все приводим в порядок. Теперь давайте смотреть по производительности и свету. К сожалению, со светом у меня, наверное, выставочная проблема. Свет посмотреть не получится. Давайте тогда хотя бы послушаем, что у нас по работе. Первое. Вторая. И третья. У данной вытяжки тоже хорошая эффективность по работе. Визуально она интересная. Она более, например, по сравнению с другими, более плоская. Ну вот, если она, допустим, высоко, мне было бы неудобно убирать с нее пыль. Вот в качестве примера следующего, подобный мы снимали, да, то есть можно встать на стульчик, просто протереть. Здесь нужно встать и обязательно оттуда дотянуться. Это вот как бы, ну, с женской точки зрения, но это, опять же, мое мнение, мне было бы не особо удобно. Так, давайте дальше смотреть. Будем вот так вот прыгать вверх и вниз, по-другому не получится. Виндрум называется вытяжка. Нержавеющая. Варианты у нее еще есть белая с оттенком и темно-серый. 15999 она стоит в магазине Кея Нижний Новгород. Гарантия у нее также 5 лет. Вот такая вот у нее окантовочка интересная. Вот мне по дизайну она больше всех из колпаков почему-то нравится. На вкус цвет фломастер разный, как говорится. Так, значит, вот эта часть, кстати, выдвигается. То есть в зависимости от того, какой у вас... какая высота потолка у вас, насколько вам нужно тянуть, вы это можете вытянуть. Вот у нас выход. Вот это вот у нас бока. И вот это вот симпатичная окантовка. Так. Значит, давайте смотреть внутри. Она у нас уже включена была. У нее лампочки-фонарики. Выключаем свет. Так. Вот у нее жиропоглощающий фильтр. Все то же самое примерно, как и у других вытяжек. Обязательно заглядываем вовнутрь. Моторчики. Возвращаем на место и уже делаем то же самое, что со всеми остальными. Звук. Слушаем, как работает. Первая. Вторая. И третья. Я бы сказала, довольно-таки нешумная вытяжка. При этом у нее хорошая мощность мотора, 200 Вт. И уровень шума у нее очень маленький. Поэтому одна вот из таких вот самых эффективных вытяжек, пожалуй, в Икее. Ну, опять же, повторюсь в очередной раз. Техническую информацию смотрим все на сайте. Выключаем. И давайте смотреть дальше. Тоже очень интересная вытяжка по дизайну. Виндлик. Стоит 15999. Вот такая вот вытяжка.
Значит, сверху у нее стекло. Ну, опять же, насколько это удобно в плане ухода. То есть это все натирать, ну и дотягиваться, да? Вот у нас сама вытяжка конструктивнее. Высоковато, не получается очень сильно приблизить. Так, выключим пока свет, чтобы он нам не бликовал, не мешал. Лампочки. У нее уже один фильтр. Вот он. Сейчас попробуем его открыть. Очень низко они друг над другом. Вот. Не у всех, кстати, вытяжек получается одной рукой это сделать. Вот со сложностью. Так. Вот она внутри. То есть она, у нее все очень компактно. Так как вытяжка сама тоненькая, все внутри очень так вот ровненько, аккуратненько сложено. Ну и основная часть уходит в трубу конструктива. Вот такая вот у нас решеточка. Покажу еще я. Это жиропоглощающий фильтр, входящий в комплект. Смотрим свет. Довольно-таки ярко у нас светится для вытяжки. И скорость работы ее. 5 лет гарантии, как у всех вытяжек. Она только в таком цвете представлена. Так, это была первая скорость. Это вторая. Мощность мотора у нее 250 Вт. Тоже одна из самых мощных. Самая мощная вытяжка в Икее 300 Вт. Вот это вот одна из них. И третья, да, слышите? Турбина такая работает. Все-таки уровень шума, я думаю, нужно учитывать, насколько он будет комфортен. Сейчас пройдем дальше и потом остановимся на последней, самой дорогой вытяжке. Вот такую мы уже смотрели. Это вытяжка Molnigt. Мы отдельно на ней останавливаться не будем. Она в темно-сером цвете. Нержавейку мы с вами рассмотрели буквально пару минут назад. Кнопочки. Вот такая она внутри. Кстати, вот в сером цвете она уже стоит 18 без рубля. Поэтому цены тоже учитывайте. Нержавейка стоит 16, а это 18. Разница 2000. Вот такую мы тоже с вами только что смотрели. Виндрум. В темно-сером цвете. Она тоже подороже. То есть разница от цвета все-таки в цене есть. Вот она у нас. Выход. Такая вот у нее. Ну, окантовочка у нее все-таки такой из нержавейки. Ну, в принципе, это логично, потому что жиропоглощающий фильтр другого цвета, чтобы вытяжка гармонично смотрелась. Кнопочки. Лампочки. Так, и точно такая же вытяжка белой с оттенком. Если, например, кухня в стиле Прованс, то вытяжка такая будет просто проситься. Сейчас покажем поближе цвет. Видите, тоже окантовочка нержавейка, кнопочки черные. То есть по конструктиву все то же самое. Отличается только цветом колпака. Стоит она у нас тоже 17 999. Дошли мы с вами до очень интересной вытяжки. Уден она называется. Стоит она 11 999. Крепежного крепления к стене. Вот такой вот необычной формы. Кстати, она самая менее производительная из вытяжек. Все-таки по цене ее можно отнести к бюджетному сегменту. Но она выигрывает своим дизайном. То есть она необычная. Поэтому если вы ищете круглую такую необычную вытяжку, вам за ней. По техническим характеристикам мощность мотора у нее всего 140. То есть это примерно как Лаган серебристый за 5000. Это стоит уже 12. Опять же дизайн. Куда у вас помещается угольный фильтр. У всех вытяжек угольный фильтр в определенном месте. Это жиропоглощающий. Одной рукой, к сожалению, снять не могу. Заглядываю вовнутрь. Видите, у меня даже уже, то есть она в таком бюджетном сегменте, у меня уже и рычажки другие, не как у более дорогих, как все-таки бюджетные. Это бюджетный сегмент вытяжки. Так, свет.
так оно у нас работает. Свет выключаем. Неудобство вот это, то есть вы не на кнопочку нажали, а рычагом бегаете. Первая. Сразу на третью перепрыгнула. Вторая. И третья. Кстати, шумная вытяжка. Ну, стильная. Порой красота требует жертв. Покажу сейчас еще поподробнее. Крепежики. Как это выглядит. Так, и у нас осталось с вами три самых дорогих вытяжки. Мы сейчас по ним пройдемся, да, они более производительные, у них класс энергосбережения уже, а они очень экономичны в плане электроэнергии, но не стоят этих денег. Значит, вот такая вот тоже интерьерная все-таки эта вытяжка, хотя очень эффективная по работе, в бежевом цвете, Тьедлик, стоит она 30 тысяч. Так, еще по поводу мотора. Мощность мотора у него всего 140, как у бюджетных. Но при этом хорошая пропускная способность в режиме что рециркуляции, что вентиляционного канала. Так, вот это у нас, значит, кнопочки. Сейчас она уже с включенным светом. Выключу. Решетка. Вот с такой вот кнопочкой. Так, хвостик мы отгибали. Ничего не происходит. Слушайте, я не могу ее достать. Сотрудников отдела мы уж не можем теребить. Но, в общем, вот с этим надо как-то разобраться. Она не достается. Что ж, не смогли достать, давайте хоть послушаем. Первое. Вторая. И третья. Сейчас мы ее выключим полностью. Значит, вот у нас выход в виде такого цветочка. Сам колпак раздвижной. Такая, знаете, шляпка все-таки. Почему-то у меня ассоциируется с большой-большой шляпой. Сейчас со всех сторон покажу. Вот такая вот вытяжка. Значит, следующая вытяжка. Фольенде. Нержавеющая сталь. Цвет у нее только такой. 5 лет гарантии. Ребят, 40 тысяч. Ну да, здесь уже хороший мощный мотор. 255. Хорошая пропускная способность. Хороший выход. Ну, опять повторюсь, посмотрите сами, если будет интересно. Давайте смотреть ее по дизайну. Вот такие вот бортики. Ну вот. Сюда можете поставить всевозможные баночки со специями, например, либо какие-то интерьерные фигурки. Но учитывайте вот этот бортик в плане ухода, да, то есть как удобно ли будет вам доставать. Здесь она висит низко, все-таки дома вы ее повесите высоковатым. Значит, вот у нас решетка. Заглядываем в самые недра. Вот что у нас внутри вытяжки. Вместе с вами смотрю. Выходим оттуда. Так, вот это у нас кнопочки. Выключу подсветку пока. Также у нее три скорости. Свет. Отражается в зеркале. Две решеточки, два жиропоглощающих фильтра. Вот такое крепление у них. Очень легко одной рукой достаются. Вот это у нас с другой стороны внутренности. Противоположную смотрим. Вот. Что у нас написано? Италия. Так, и давайте по уровню звука. Первое.
вторая. И турбина самолета. Очень хорошо тянет. Даже видно, как заколыхались, да, все этикетки. Выключаем. И пойдемте смотреть самую производительную, самую классную вытяжку. Это Кулинариск. Стоит она 40 без рубля. Вот такой у нее прямоугольный дизайн. То есть сюда можно наставить кучу всего. Фактически дополнительная полка на кухне. Труба. Заглядываем. Надеюсь, мы уместимся. Опа. Да, вот что у нас внутри. Сейчас поймаю свет. Темновато, но видно. Так, вовнутрь мы с вами залезли. Соответственно, вот эта часть у нас раздвигается. Так. Мощность мотора 300 Вт. То есть самая мощная. А самая мощная по пропускной способности, режиме отвода и режиме циркуляции. То есть работает что с угольным фильтром, что с выходом через вентиляционный канал одинаково. Да, это самая мощная вытяжка в IKEA. Да, она стильная, интересно смотрится. Но стоит она 40 тысяч. Я считаю, что, например, в какую-то небольшую квартиру, то есть наша стандартная кухня, 10-12 квадратов, это реально много. Вот в дом большой, в очень большую кухню, там, под 20 квадратов, да, она уже будет хорошо работать. Нет смысла покупать огромную вытяжку размером практически с кухонный шкаф в небольшую квартиру. Ну, это мое мнение, ваше может отличаться. Давайте ее теперь еще подробненько посмотрим. Значит, у нее уже три фильтра. Три жиропоглощающих решетки. Каждая снимается, моется в посудомоечной машине, либо руками. Вот эти фильтры. Как-то у меня так выпрыгнут. Мелкая такая решетка. Здесь уже никаких элементов пластика. Она полностью металлическая вся. Что у нас внутри? Ставим все на место. Вот не получается одной рукой. Вынуждена положить свою камеру. Поэтому, я думаю, вы видели, да, у каких-то вытяжек очень хорошо одной рукой я все доставала, у каких-то нет. Управление уже полностью сенсорное. Выключу. Не выключается. Ага, вот. Здесь, наверное, какой-то секрет. Подсветка. У нее уже 4 скорости работы. Первая. Вторая. Третья. И четвертая. Мини-турбина. Выключаем. Хочу подвести итог. Мы с вами посмотрели все вытяжки, которые на данный момент продаются в магазине IKEA Нижний Новгород. Я думаю, данное видео вам было полезно. Вы смогли, по крайней мере, услышать звук, посмотреть свет, именно подсветку. То, что сложно увидеть на сайте, для этого обязательно нужно приехать в магазин. Не у всех, к сожалению, есть такая возможность. Хочу обобщить, какую бы вы вытяжку ни выбрали, все-таки учитывайте в первую очередь, куда вы ее хотите поставить, какая кухня у вас по размерам, как часто вы готовите, какую вы хотите вытяжку, интерьерную либо функциональную. Это тоже есть, то есть на любой вкус, цвет все можно подобрать. И еще такой момент, если вы планируете поменять кухню через 2-3 года и будете менять вытяжку, ну нет смысла покупать что-то дорогое. Поэтому учитывайте, если вы будете менять кухню, подойдет ли ваша вытяжка к новой кухне. Ну, таких моментов, нюансов много, я думаю, каждый с ними справится. Мы с удовольствием вам поможем. Приезжайте в IKEA Нижний Новгород. Ребята в отделе кухни очень добрые, всем все подсказывают, помогают. Мы пока снимали, к нам даже никто как бы не подходил, не мешали. Поэтому, думаю, вам обзор наш должен понравиться. Надеюсь на это. Всем до новых встреч!